4 декабря 2020 года я со своим помощником решили проехать по учебным заведениям нашего округа и посмотреть, куда были потрачены финансовые средства, так скажем, депутатского корпуса, которые были выделены в 2020 году. Объясню почему. У каждого депутата есть фонд, которому выделяет администрация, и он обязан его потратить в течение года в рамках программы именно муниципалитета. Это, как правило, здравоохранение, спорт, образование. В 2019 году я выделил в равных долях первой школе, восьмой школе и детскому садику. Поэтому сейчас посмотрим, на что они были потрачены. Был проведен косметический ремонт данного кабинета. Вообще кабинет не ремонтировался с дня постройки этого здания, с 56-го года. Выровнены стены, поменены лампы, заменен потолок, постелен линолеум, плинтуса. Ну, в общем, сделан полностью косметический ремонт. Окна поставлены новые. Это кабинет английского языка, иностранного. Это кабинет психолога. Тоже был в аварийном, конечно, состоянии полностью. Тоже полностью сделали, поменены двери. Выровнены стены, дополнительно здесь делали для педагогов их рабочий стол, окна. Я понял, а как он когда откроется? Ну, сейчас закупаем мебель, после Нового года здесь уже будут и дети, и педагоги работать. Здравствуйте, депутат Шадриков, меня вот ждут, ваше руководство. Сейчас мы прибыли в детский садик номер 32. Да, в том году мы выделили им финансовые средства. Посмотрим, на что они их потратили. Ну, получается, ведь там не только мои средства были, там еще были другие средства депутата, ну, да? Это все депутатские, которые были. И здесь полностью все оборудовано? Все полностью, да. Эта группа была без оборудования. Это закупка мебели в том числе, да? Закупка мебели, да. Мягкий инвентарь, матрасы. Подушки, одеяло, постельное белье, шторы. То есть не ремонт? Нет. Не ремонт, только вот именно вот это. И как раз здесь получается сейчас новая группа? Новая группа, да. Численностью 25 человек. 25. Это получается вот здесь и тот кабинет, да? Здесь и тот. Да, производство наше, российское. Наше, российское. Хоть за патриотизм. Да. Не стыдно. Не Китай. Нет. Российское производство. Ну да, в принципе, хорошо. Сейчас прибыли в первую школу. В 2019 году на линейке я обещал помочь им с покрытием, со спортивным, который находится на улице. В следующем году 350 тысяч рублей я выделяю на строительство, на реконструкцию вот этих площадок, на которых вы находитесь. Поэтому я очень надеюсь, что с 1 сентября 2020 года мы встретим с вами на новом покрытии спортивном. Спасибо всем, с праздником. Здесь основательно все сделали, основательно. То есть прям вырыли вот эту площадку всю. Бордюр сделали, его не было здесь. Покрытие положили. Ага, да. Слив сделали правильный, да, то есть чтобы дети не падали, не это. Вот оно, видите, покрытие? Ну да, вот. Да. Его положили. Ну да, видно, что да. Искусственное. И получается, вот у нас клиника была... Вот площадка вся была заменена. Вот, видите, сделали вот этот вот кружок, потому что там просто было вытоптано все. Ага. Вот круг вот этот сделали, положили. И середина большого поля. Еще вот этот вот поставили, установили, но по весне еще к нему сделают новые доски. А, баскетбольные? Баскетбольные. Баскетбольные, да? Да, да. Вот мы с моим помощником прошли учебные заведения нашего округа. Это 1-я и 8-я школа, 32-й детский садик. Были выявлены некоторые изъяны, так скажем. Но директора заверили, что подрядчики в ближайшее время незначительные эти недостатки исправят. В 1-й и 8-й школе, обращаю внимание, идет большая нехватка средств индивидуальной защиты, а также дезинфицирующих средств с учетом пандемии, которая сейчас творится в нашей стране. Будем находить способы, чтобы помочь им в данном вопросе. А на 2021 год из фонда депутата, получается, из наказа избирателей, я выделил денежные средства также для 1-й и 8-й школы, для 14 школы в Павшинской пойме и для ФОКа Палиха. Через год снимем также материал, на что были потрачены эти финансовые средства. Всем хорошего дня!